stick devant cette cime. Si mon trajet va vite, памятник на гробнице отца своего и братьев своих и поднял его на виду. Высечение камень позади и прежде. Кроме того, он установил семь пирамид, один против другого для своего отца, своей матери и четырех своих братьев. Здесь вы будете узнать, что наши люди есть пирамиды. Не египетские люди. Наши люди, когда мы были в пустыне, в Египет, мы начался это пирамид. Не египетские люди. Поэтому он здесь может это устроить. Еще раз. Симон также воздвиг памятник на гробнице отца своего и братьев своих и поднял его на виду высечение камень позади и прежде. Кроме того, он установил семь пирамид, один против другого для своего отца, своей матери и четырех своих братьев. И в них он сделал хитрые устройства, вокруг которых он установил великие столбы, и на столбах он сделал все их доспехи на вечную память. А на бронированных, еще раз, и на бронированных кораблях вырезаны, чтобы они могли видеть все, кто плывет на море. Это гроб, который он сделал в Модине, и он стоит до сегодня. Теперь Трифон обманывал молодого царя Антиоха и убил его. И он воцарился вместо него и короновал себя царем Азии и принес великое бедствие на землю. Затем Симон построил крепости в Иудее и оградил их высокими башнями, большими стенами, воротами, решетками и положил в них жертвы. Стих 34. Более того, Симон выбрал людей и послал к царю Дмитрию, чтобы в конце он дал земле неприкосновенность, потому что все, что сделал Трифон, это испортил. Царь Дмитрий ответил и написал так. Царь Дмитрий Симон, первосвященнику и другу царю, а также старейшинам и иудеям посылает приветствие, золотая корона и алой одеяния, которые вы послали нам. Мы получили и мы готовы заключать с вами срочный мир. Да, и написать нашим офицерам, чтобы подтвердить предоставление нами иммунитета. И все заветы, которые мы заключили с вами, будут действовать, и крепости, которые вы построили, будут вашими созданиями. Что касается любого упущения или ошибки, допущенных до сегодня, мы прощаем его, а также налог на короны, которые бы нам должны, и если в Иерусалиме была воплощена какая-либо другая дань, она больше не будет воплощиваться. Стих 40. И посмотрите, кто из вас встречается, чтобы быть на нашем дворе. Пусть тогда будут зачислены, и пусть будет мир между нами. Таким образом, ярма язычников была вывезена из Израиля в 170 году. Стих 42. Тогда народ Израиля начал писать в своих документах и договорах. В первый год Симона, первосвященник, правитель и вождь иудеев,
Fait bien, Simon разбил лагерь против Гази и окружил его. Он также сделал двигатель войны и установил его у город. Разбил некую башню и взял ее. А те, которые были в двигателе, прыгнули в город. После этого в городе произошел большой шум. Несколько жителей города снимали одежду, взбирались на стены со своими женами и детьми и громко плакали, умоляя Симона дать им мир. Они сказали: «Поступай с нами, но по злу нашему, но по милости твоей, но по милости твоей». Итак, Симон успокоился к ним и больше не сражался с ними, но изгнал их из города и очистил дома, в которых находились идоли. И так вошел в него песнями и благодарениями. Но он изгнал из этого всю нечистоту и поместил туда таких людей, которые будут соблюдать закон. Еще раз. Да, он изгнал из этого всю нечистоту и поместил туда таких людей, которые будут соблюдать закон. И сделал его сильнее, чем был прежде, и построил там жилище для себя. Стих 49. Они также в Иерусалимской башне били сохранение настолько прямыми, что не могли ни выйти, ни пойти в деревню, ни купить, ни продать, поэтому они были в безвинном положении из-за недостатка в жертвах, и многие из них погибли через голод. Стих 50. Тогда они возопили к Симону, умоляя его быть с ними наедине, что он им даровал, и когда он изгнал их оттуда, очистил башню от загрязнений. И вышел в нее 312 дня второго месяца, в 171 году с благодарением в ветвями пальмы, и афию, и симбалию, и с атами, и гимнами, и песнями, потому что из Израиля был уничтожен великий враг, греческие люди, белые люди. Он также назначил этот день, должен соблюдаться каждый год с радостью. Еще раз, стих 52. Он также назначил, что этот день должен соблюдаться каждый год с радостью. Более того, холм храма, который был у башни, он сделал синим, чем был и там ангел со своей компанией. И когда Симон увидел, что Иоанн, сын его, был мужественным человеком, он сделал его капитаном всех воинств. И он жил в Газаре. Это история День Симона. От 52 он сказал, что, еще раз, стих 52, он также назначил, что этот день должен соблюдаться каждый год с радостью. Более того, он храма, который был у башни, он сделал синий, чем был и там он жил со своей компанией. И когда Симон видел, что Иоанн, сын его, был мужественным человеком, он сделал его капитаном всех воинств. Он сделал его сын Джон капитан всех воинств. И он жил в Газаре. We used to scream black power while Heron was pushed
But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.